медсестричка. Что ты тут забыла? Ну, сестричка, ты же знаешь, я уезжала. И вот, я вернулась. Свободная комната там, располагайся. Угу. Пеппер, открой дверь. Угу. Тот к тебе? Не к тебе же. Здравствуй. Люси, ты чего-то рано. Просто ты не ходишь в школу уже неделю, и я решила навестить тебя. Вижу, ты не одна. Это здорово. А я Пеппер, сестрица Эмбер. Люси, приятно познакомиться. Так как ты, Эмбер? Я уже в норме. Вот, иду завтра. Сестра поэтому и приехала, она всю неделю ухаживала за мной. А? Но я же только при... Да. Хорошо, я тогда пойду. Уже уходишь? Печально. Пошли уже. Ты мне об этом не рассказывала. Это для прикрытия. Ладно, а теперь... Так, чем ты занималась в отъезде? О, я сейчас тебе все покажу. Это я с подругами. Было весело. Так, а куда ходила ты? Никуда. Что? Я это исправлю. Вот, здесь будет весело. Нет. Я понимаю, что ты не любишь такие места. Поэтому мы идем домой. Ненавижу тебя. Попрошу немного внимания. Эй, давай же помогу и улыбку быстро подниму. Вставай же на танцпол, мы будем звездами на этом шоу. Какого черта, Пеппер? Я дома. Пеппер? Пеппер! Твою же ж мать!